Вы смотрите отзыв об отеле Эдуард Ви. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Дагомаз, который был в нем в 2011 году. Отдыхали с 28 декабря 2010 года по 5 января 2011 года. Отель расположен в отличном месте, слева опера, 150 метров, справа Лувр, 300 метров. Три магазина Лафайет в одном, на втором этаже супермаркет, продукты. Так как в Париже поесть нормально проблема, то это выход из положения. Лангуст 21 евро за кг. С вином проблема, кто любит сладкое. В Париже только сухое вино, поэтому заранее этот вопрос продумывайте. Номер у нас был приличный, убирали два раза в день. Персонал приветливый и ненавязчивый. Отелем остались довольны. Самые яркие впечатления от посещения Лувра и замков Луара. Но лучше посещать Париж летом. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.